На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне сейчас практически все производители примеряются к новому формату LTE. Уже в следующем месяце высокоскоростной интернет 4-го поколения должен заработать и в России. Какие устройства будут его поддерживать и насколько мы вообще готовы к началу новой эры интернета, в Испании узнал Алексей Коваль. Одна из главных особенностей выставки мобильных технологий в Барселоне – настоящий бум LTE-устройств. Мобильный интернет стремительно переключается на 4-е поколение, и производители гаджетов стараются не отставать. Практически каждая уважающая себя компания представила свои смартфоны и планшеты с поддержкой связи 4-го поколения. В характеристиках флагманов LG, HTC, Nokia первой строчки занимает LTE. Вот только российские пользователи подключиться на полную мощность пока не могут. К примеру, новинка от HTC One X в Америку поедет с LTE, а в Россию – без. Как только появятся нормальные рабочие сети, мы, я думаю, представим на российский рынок аппараты с поддержкой LTE. У операторов нормальной сети другое мнение. Мы уже технически на очень высоком уровне подготовки. Но на сегодняшний день никто из производителей в Россию не готов поставить нужное устройство для того, чтобы на этом рынке появилась услуга. Получается, что российская LTE в замкнутом круге. Поставщики ждут сеть, операторы – оборудование. Впрочем, подобные выставки для того и существуют, чтобы компании находили друг друга, и, как обещают операторы, весной Москва все же получит LTE. Уже несколько российских компаний получили лицензии на частоты, заканчиваются работы по переоборудованию базовых станций, и мегабиты подрастут. Эти скорости, я предполагаю, будут начинаться от 5 в самых загруженных моментах и местах. Как правило, стандартно человек сможет рассчитывать на 10 мегабит, 20 – это нормальная коммерческая ситуация для развитой сети, и пиково 40 мегабит можно получить на ней. При этом сеть 4-го поколения нельзя считать продолжением 3G. Они будут развиваться параллельно, и в случае отключения одной, телефон или модем, будет переключаться на другую. Даже компания Ericsson, ведущий в мире поставщик оборудования для LTE, продолжает развивать сеть 3-го поколения. На своих стендах в Барселоне они продемонстрировали рекордную 3G скорость – 84 мегабита в секунду на прием и чуть больше 12 на отдачу. Разница в скорости между 3G и 4G небольшая, но преимущество LTE в гораздо более низком времени отклика. Времени, которое проходит с момента нажатия на кнопку до момента реакции сети. Это выводит потребителя на новый уровень пользования связью. Тем не менее, тот же Ericsson на соседнем стенде разогнал 4G до 150 мегабит в секунду. Так что цифры имеют значение. Впрочем, технология соединения по LTE не ограничивается только быстрым мобильным интернетом. Некоторые компании уже внедряют эту сеть в технологии умного дома. Вот, например, такие роботы, которые подсоединены к одной сети, и вы с помощью смартфона можете ими спокойно управлять. А они за вас будут поливать цветы, собирать ваше белье и приносить вам газету. Спасибо. Нет, управлять роботами, стиральными машинками и телевизорами можно, конечно, и через 3G. Но куда приятнее получить газету к утреннему кофе, а не к пустой чашке. Алексей Коваль, Ольга Семенова и Дмитрий Стародубский. Вести, Барселона.